смотри, Хабаровск, и внимательно запоминай. Сегодня обсуждаем тему «Туристический кэшбэк». В этом вопросе есть много «но» и много «если». Специальный эксперт, ведущий менеджер туристической компании Вера Громенко сейчас все подробно объяснит. Вера, прекрасная программа, до 20% возвращается, но не более. Не более 20 тысяч рублей. Соответственно, до 100 тысяч рублей вы получаете кэшбэк 20%. Есть определенные сроки поездок? Да, ваша поездка должна быть до 30 апреля. Оплатить поездку нужно до 13 апреля. А начиная с 18 января и до 30 апреля поездка. Еще раз про сроки оплаты. Оплата до 13 апреля. Ваш тур должен быть не менее 2 ночей. Вер, знаете, что обидно? Что срок действия программы такой короткий. Да, он короткий, но его делают несколько раз в год. То есть на высокий сезон его акцию прекращают, летом ее нет, но осенью она снова появится. А что значит тур? То есть за какие такие услуги или за какой такой продукт я могу вернуть? Я беру турпакет, либо я просто съездила, а вот к бабушке в деревню, не знаю. Должен быть, да, либо тур, либо проживание в отеле. Поэтому поездка к бабушке не подойдет, или размещение в апартаментах тоже. Но если вы проживаете в отеле, например, у вас командировка, 2 ночи, вы обращаетесь к туроператорам, которые могут сделать вам турпакет, то есть переплюсовать проживание и перелет, и вы с этой общей стоимости получите до 20% возмещения. Не все гостиницы попадают под эту программу, а также турпакеты не все. Ну, на самом деле, практически все гостиницы подпадают, который входит в классификатор отелей, которые по-настоящему зарегистрированы как отели. Вы можете в интернете проверить в классификаторе отелей, вбить название. Если он подходит, то вы обращаетесь к туроператору, они вам формируют перелет и проживание, и вы получаете возврат. А еще дополнительную информацию на каких-то сайтах можно посмотреть? Да, есть официальный сайт «Мир путешествий РФ». Там прописаны все условия получения кэшбэка. Там же вы можете посмотреть туроператоры, которые зарегистрированы в этой системе, которые дают кэшбэк. На «Мир путешествий РФ» вы можете посмотреть условия программы, зарегистрировать карту вы можете на сайте «Привет, мир». И здесь, кстати, тоже есть вся практически информация. Да, вы должны зарегистрировать обязательно вашу карту. Делать это очень легко, создается личный кабинет, туда подгружается карта, и вы там можете отслеживать ваши заказы, путешествия. То есть эта операция занимает несколько секунд? Да, это очень быстро и легко. Вообще кэшбэк придуман именно для проживания, поэтому основное – это то, чтобы у вас подходил отель под кэшбэк, и отель входил в классификатор. И в таком случае туроператоры могут добавить и ваш проезд на самолете, и трансфер до отеля. Это все можно приплюсовать, и вы получите общую. А как можно вот к этой гостинице приплюсовать также перелет, либо проезд на поезде, а также вот использование такси? Самостоятельно человек это не сможет сделать. В этом нюанс. Вы действительно можете напрямую на сайте отеля забронировать отель и получить кэшбэк на сайте, но вы не сможете получить возврат от общей стоимости поездки с билетов. Это может сделать только туроператор. По приезду уже можно будет обратиться? Нет, нужно до поездки. Оплата обязательно должна проходить через туроператора, и тогда вам сразу возвращается кэшбэк. Несколько раз, вот, допустим, отпуск в феврале, в апреле еще тоже, да, по срокам попадает? Да, можно воспользоваться неограниченное количество раз. Но сумма все равно не должна превышать, вот, если мы берем и первую, вторую поездку, 20 тысяч рублей, или же, допустим, потратила в первую поездку 100 тысяч, 20 вернула, поехала такая во вторую счастливая, и могу ли я еще 20 тысяч вернуть? Да, вы можете с каждой поездки возвращать до 20 тысяч рублей. А если такие умельцы, которые пытаются раздробить одну поездку? Да, и мы так делаем. Это законно? Это законно, это делается как несколько туров. Например, оформляется тур на вас, тур на мужа, и вы с каждых 100 тысяч получаете 20 тысяч возврата. Какая хитрая и прекрасная система. Да, на самом деле, эта акция, когда появилась, мы были очень счастливы, потому что очень хорошее возмещение. Часто отели в России тоже дорогие, и получить такой возврат – это очень приятно. Все равно необходимо заранее обратиться к туроператору, и таких туроператоров немного, которые попали, да, в реестр. Да, это именно участники программы, а вы можете их посмотреть на сайте, таких компаний немного, и лучше обращаться к ним, потому что они как раз могут вам сформировать любой тур, любую поездку, будь это просто вам нужно 2 дня побыть в Москве перед вашей поездкой за границу, это тоже можно оформить под кэшбэк. Да, как мы выяснили, даже командировочные какие-то вещи, деловые поездки, они тоже могут попадать, но необходимо заранее обратиться, уже не после, да? Конечно. Как мы прилетели, да, уже после, узнали об этом. Да, вы уже ничего не получите, нужно правильно оформить поездку, оплатить карты МИР и только
тогда пойдет возврат. Программа государственная, участвуют все регионы. А если же я остаюсь в Хабаровске, допустим, поехала на заимку? Да, вы можете разместиться в отеле в любом городе, даже в Хабаровске. Если это две ночи, вы также можете получить кэшбэк. А еще есть другой кэшбэк, это кэшбэк за детские лагеря. И как раз детские лагеря, они подпадают под лето. И вот с лагерей тоже можно получать возврат. А лагеря тоже вот только на эти сезоны, да, действуют детские? Они как раз на лето. А-а-а. То есть вот у нас по прошлому году получали кэшбэк дети за свои июльские поездки, августовские. Вер, спасибо вам большое за очень доходчивую информацию.